конференции в Кембриджском университете доктор Сиерки заявила, что наука не в силах ответить на эти вопросы. После выброса корональной массы в 2012 году сила магнитного поля Земли увеличилась в 50 тысяч раз. Это привело к сильнейшим помехам в спутниковой и радиосвязи, к возникновению опасных радиационных зон у полюсов и постоянному северному сиянию, которое мы сейчас наблюдаем из окна. К сожалению, мы не знаем, почему это происходит, и если быстро не найти ответ, это может изменить нашу жизнь, наши способы связи, даже наше развитие навсегда. По словам доктора Сиерки... Принес еще электролитов. О-о-о! С новым цитрусовым вкусом! Спасибо, Шон. Как все это исправить? Как вышло, что ты ключ ко всему? Ты купил мой чай? Мятный чай — это вообще-то не чай. Это настой мяты. То есть мутная водичка с травой. Называй его как хочешь, Шон. Так ты его купил? Конечно, родная. Извини, что пришлось прерваться. Генератор начал тарахтеть. Ничего. Отдохну пока. Как тебе поток данных Анимуса? Комфортно? Да, кажется, поток стабильный. Славно. Дай мне минутку, и сможешь продолжить. Еще один спутник вырубился. Видел? Ага. Спутник Абстерго. Супер. Теперь чуть ли не во всей Северной Америке нет сигнала GPS, так что супер относительный. Да. Какая-то пирова победа. Ну все, порядок. Возвращайся в Анимус, как будешь готова. Как ты? Лучше. Но я боюсь снова попасть под два потока данных. Не могу обнадежить. Сама не понимаю, как так вышло. Будто два разума делят один мозг. Боль, как от заряда дроби в голову. Поток данных из ДНК этого викинга очень плотный. В нем много помех. Может, это жезл создает помехи? В смысле? Головные боли, срывы. Все началось с появлением жезла. Ты ведь не пытаешься оправдаться за смерть подруги? Боже, нет. Что ты? Прости, ты не переживай. И если почувствуешь, что теряешь контроль, скажи нам. Я держусь. Стараюсь. Шон, что скажешь об этой могиле? Ну, она опровергает давнее представление о том, когда европейцы впервые прибыли в Америку. А так, это просто кучка грязных костей, разве нет? Не расскажешь об этой штуке, что у меня на шее? А, стабилизатор настроения. И? Он ведь безопасен? Нет, все нормально, просто хочу узнать, что нет побочных эффектов. Не должно быть. Он блокирует только внешние раздражители. То есть, ну, не влияет на тебя. Шон, знаешь, в том году я ничего не могла сделать. Я пыталась сопротивляться. Понимаю. Прошлая команда... Ну, по крайней мере, мы такое видели. Но если хочешь работать с нами и понять, почему мир второй раз за 8 лет на пороге конца света, носи эту штуку, пока не разрешат снять. Приказ Уильяма. Знаю. Не проблема. Всего пару недель, пока не поймем, что к чему. Хорошо. Да, ты прав. Ладно, приступим. Из Норвегии в Англию плыть около недели. Я перемотаю. Лейла, ты как? Прости, можно включить запись еще раз? У нас есть расшифровка, если ты что-то ищешь, я могу... Я хочу послушать. Ладно.
Извини, что озадачила, но... Послание привело нас сюда, к скандинавской могиле в Северной Америке. И эти кости — наша единственная ниточка. Единственный шанс спасти планету, пока не поздно. Вот оно. Я жил. Я умер. А теперь сплю. Я сплю и вижу сны. И в этих снах мне предстает злой рок, вновь подстерегающий наш мир. Найдите родича волка. Ярость бури. Найдите меня и спасите всех нас от гибели. Как-то тревожно от этого. Это серия звуков. В ней только координаты? Может, еще что? Других идей нет. Ладно, я готова. Поехали. Вот, Англия, наш новый дом. Не чета Норвегии, но скоро мы подчиним себе этот край. Я рада видеть любой берег, и мне уже не терпится вновь ступить на твердую землю. Не стоит торопиться. Перед нами простираются лишь земли саксов, королевство Мерсия, враждебный край. Враги расставят ловушки и спрячутся среди деревьев. Нужно поберечься. Рандви, суши весла! Ждите нас! Ты заметил там что-то? Пока нет. Но лучше мы обезопасим для вас путь. Следуйте за нами, когда солнце коснется горизонта. Поняла. Да благословит вас всех Тор. Скоро увидимся. Вперед! Да! Я готов ко всему, что приготовили для нас эти пахари-альвы. Сигурд, сыны Рагнара ожидают нас? Пока нет, но они не будут возражать. Из четырех королевств Англии сыны Рагнара захватили лишь одно. Остальные ждут нас. Значит, мы вступим в войско братьев? Нет, нет. Мы поговорим с ними, обсудим все. И поделим эти земли между собой так, как захотим. Смотрите, это что, город? Скучные дома и одна единственная руна их хрупкого бога. Ее называют распятием, Даг. Их бога принесли в жертву на этом кресте. Им украсили монастырь, дом для жрецов. Они молятся кресту, на котором убили их Христа? Странно. Мы вырезаем статуи наших богов и почитаем их. Взять хоть жертвы Одину Одноглазому. Но не возносим хвалы волку, что убил его. Вот в чем разница. Пусть саксы кажутся нам странными, нас они воспримут не лучше. Молот. Вот символ, достойный бога. Этот крест слетел бы от одного удара молнии. Смотри, что они делают? Топят свою жертву. Так, это крещение. Неужто ты так мало знаешь о христианах? Что ты? Я просто позабыл. Да и разговор хотелось как-то поддержать. В том месте, верно, только жрецы и молящиеся. Причалить и разграбить дом их бога будет легко. А что, там хранится много сокровищ? Всегда. Они подносят своему богу серебро и самоцветы. Там их будет уйма. Позже, Даг. Сперва поселение. Пограбить еще успеем. Боги, как же я голоден. Надеюсь, нас встретят с едой и элем. Нужно было их предупредить, чтоб поджарили для нас что-нибудь. Если Хальфдан, Убба и Ивар Рагнарсоны не нашли еды в Англии, мы все оголодаем. Но не бойся. Эх, прямо вижу. Нежный, сочный поросенок. С элем золотым, как сокровище, которое мы упустили. Тебе мало нужно для счастья, верно, Даг?
Ему так лучше. А я же хочу взглянуть на труды великанов, что построили здесь столь много. Великанов? Великих римлян, империи великанов былых веков. Давным-давно они правили здесь, и в округе немало римских руин. Напоминают о славе, от которой остались лишь развалины и пепел. Камень для новых домов. Мы создадим здесь свою империю. И она не рухнет. Ничто не вечно, Дак. Руины — след былого величия. Смотрите, вон там. Сыны Рагнара разбили лагерь. Наконец-то! Ступим на твердую землю. Постой, Сигурд. Здесь что-то не так. Верно. Для войска там слишком тихо. Лишь пара человек среди палаток. Мы ведь не этого ждали, верно? Нет. Нам нужно осмотреться. Это не норвежцы. Они чересчур грязные. Корабли заметны. Отправимся пешком. Мы пойдем вместе с Дагом. Нет, двинемся все. Если это друзья, я встречу их как ярл. А если враги, сразимся с ними вместе. Что это за люди? Говорят, непривычно. Верно, англичане. Да, Кейвор, за мной. Кто к нам пожаловал? Наши реки загрязняют мерзкие даны? Ты назови свое имя. Я Сигурд, ярл Форнбурга. А вы кто такие? Те, кому не по душе присутствие в лагере чужаков-данов. Убирайтесь, язычники! Или мы убьем вас всех. Ты грозишь норвежцам битвой и думаешь, что мы испугаемся? Я провел в море 8 дней. Лезвие моего топора забыло вкус крови. Закрой пасть, скотина, и сражайся! Покончим с ними! Убьем этих язычников! Так, твои ноги! Отставят меня с боли! Это же слишком легко! Зайдем сзади! Ты умрешь! Отстань от меня! Спуси мой клинок! Назад! Не зли меня! Ты в руках Одина! Гори в аду! Стой, погонь! Осмотрите здесь все! Хватит с меня неожиданностей! Спасибо, Эйвор! Да уж, я проверю длинный дом. А ну стой! Кто ты такая? Одна из этих разбойников? Сигурд, Даг, сюда! У них были пленники. Эй, ты! Сюда! Отпусти нас, и мы вас пощадим! Очень отважно. Жаль, что вы связаны. Клянусь, мы хорошие люди. Ни к чему нас убивать. Тише, друг. Вам ничего не угрожает. Как вас зовут? Яньли. Торговка, не разбойница, как те мерзавцы. А это Роуэн.
Верно, Роуэн. Я всего лишь конюх. Следил за лошадьми. Раньше разбойники их продали. Пытались продать и нас, любому, кто захотел бы купить рабов. Но я скорее вырвала бы им глаза. И как же вы двое оказались здесь? Ярл Хальфдан хотел, чтобы мы торговали с сынами Рагнара. Но их здесь уже не было. Развязать их. Вы знаете сынов Рагнара? Да, я продал братьям немало лошадей. Славные люди, платят достойно. Судя по виду лагеря, их нет давно. Куда вы отправитесь? Чем займетесь? Закуплю товары, начну сначала. У меня хватает друзей и союзников, но будет непросто. В любом городе и деревне пригодится конюх. Я снова буду трудиться где-нибудь. И что вы скажете? Такие люди, мне кажется, пригодятся в нашем поселении. И торговка, и конюх придутся очень кстати. Я с тобой согласен. А друзья Рагнарсонов и наши друзья. Верно так? Тебе точно виднее, Сигурд. Янли, Роуэн, я Сигурд, ярл Форнбурга, сын Стюрбьорна. Это Эйвор. Итак, вы свободны, но мы с радостью приютим вас, если вы готовы потрудиться. Мы согласны, хотя бы пока не встанем на ноги. Договорились. Добро пожаловать в клан Ворона. Те, кто были чужими, станут одним кланом. Остальные прибыли. Идем. Это место мне очень по душе. Итак, семья, друзья, это наш новый дом. Отлично. Таким длинным домом можно гордиться. Идем. Хочу показать тебе одну находку Рандви. Эйвор, Сигурд, вот Англия. Четыре королевства. Мерсия, Восточная Англия, Нортумбрия и Уэссекс. Судя по картам, которые я здесь нашла, сыны Рагнара решили двинуться дальше в земли Мерсии, сюда. Скоро лазутчики поймут, так ли это. А где мы сейчас? Здесь, в этой безымянной рощице. Безымянной? Так не пойдет. Как мы назовем это место? Есть у меня одна мысль. Рейвенсторп, дом клана Ворона. Неплохо. У тебя дух Скальда. Однажды это название будет знать вся Англия. Одного названия мало. Нам нужно строить город. И быстро. Верно. Стоит начать с кузницы. Ты можешь помочь Гунуру с этим? Будут нужны припасы. Соседи поделятся ими. Даже если не захотят. Начнем набеги, едва поселившись здесь. Чтобы подчинить край себе, вежливых просьб мало.
Пойду поговорю с Гуннером. Я могу тебе чем-то помочь? Сигурд хочет первым делом отстроить твою кузницу. Я добуду серебро и припасы. А, значит, ты пойдешь в набег. Славно, славно. А, скучаю по былым временам. По грабежу, песни мечей и треску щитов. Я позвала бы тебя с собой, но другого кузнеца у нас нет, так что ты незаменим. А, не волнуйся. Лучше буду ковать топоры. Мое место здесь, а не на скамье речного коня. Кстати, еще кое-что. Среди разбойничьего хлама я нашел карту. Там отмечены жилища саксов-монахов. Ну да, разбойники не хуже нас знают, что в монастырях полно добычи. Возьми карту с собой. Уверен, она тебе пригодится. Уже вернулась? С доброй вестью? Мы нашли все, что нужно. О, отлично, Эйвор. Эта кузница куда просторнее, чем моя старая в Форнбурге. Заходи в любое время. Лучше меня, кузнеца, ты нигде не найдешь. Конечно, Гуннер. Зайду. Для чего эта комната? Для моего верного клинка. Для тебя. Чтобы поспать, отложить топор и побыть наедине с собой. Тебе нравится? Она мне подходит. Но мне хватило бы и простой койки у причала. Я не лучше других воинов. Дело вовсе не в этом. Ты нужна мне рядом, в нашем длинном доме. Хоть я и ярл нашего клана, мы правим им вместе, как и всегда. Так что начинай обживаться, и встретимся у конюшни, как закончишь. Езжать в любой момент. Не сомневайся во мне, друг. Наш путь ясен. И нас ждет лишь слава. Прощай, Эйвор. Прямо сейчас? Так, прошу. Иначе никак. Но я же могу вам помочь. Что там случилось? Басим уже отправился в путь? Сигурд тоже уезжает. Это правда? Мы знаем, что лагерь сынов Рагнара на севере. И стоит навестить их, чтобы закрепиться в этом краю. Басим отправился туда? Не думай, чем занимается Басим. Наши дела важнее. Я держу путь в Леда-Честершир, в город под названием Рептон. Буду ждать тебя там, Эйвор, как только освободишься. Я уже готова. Нужна только лошадь. Пока нет. Иди к Рандви. Выполни ее поручение. Расширять поселение мало. Нам нужны новые союзники. С парой друзей Англию не подчинить. Тогда с тобой поеду я, Сигурд. Лучше меня спутника не сыскать. Нет, Даг. Твое место здесь, с воинами. И ты будешь подчиняться Эйвор. Легкого тебе пути, брат. Я прибуду, как только смогу. Да, а я возьму на себя дружину. Подчиняться Эйвор? Это что, проверка? Вполне возможно. Сигурд крайне мудр. Я скорее буду подчиняться блохе. Такой дом мне как раз подойдет, Эйвор. Спасибо. Если плоды твоего труда нам пригодятся, сможешь владеть им, пока живешь среди нас. Еще как пригодятся. У нас с тобой общие враги. И они крепко вцепились в Англию. Если нам удастся искоренить эту заразу, искать союзников будет куда проще. В Лундоне Орден чувствует себя очень привольно. Уничтожишь его, горожане будут у тебя в долгу.
Обсужу это с Рандви, узнаю ее мнение. Славно. Вот ты где. Ты хотела встретиться? Как решил Сигурд, расширять влияние на берегах Англии предстоит нам. Ему нужны союзники. Он хочет заручиться поддержкой каждого Дана и Сакса в округе. Да. Мы тут чужаки. Друзья нам пригодятся. Откуда начнем? Лазутчики каждый день приносят свежие вести, и я начинаю понимать, что к чему в этих раздробленных землях. Когда узнаю больше, смогу рассказать о каждом регионе, прежде чем ты туда отправишься. Ладно. Когда обретешь в регионе союзника, возвращайся поговорить. Вместе решим, как быть дальше. Понимаю. Так с кого же начнем? Сейчас у тебя есть лишь два варианта. На севере – Леда Честершир. Там Сигурд и сыны Рагнара Ладброка. На юге – Грента Бриджшир. Там армия данов, которой командуют Ярл Гутрум и его подручная Сома. Кроме того, у нашего друга Хайсома есть в городах и собственные связи. Если хочешь выяснить, что он разузнал, я добавила его сведения на карту. Посмотрим на карту союзов. Расскажи мне о Грентабриджшире. К северу от Грентабриджа у развалин за рекой есть лагерь данов, летней армии, как их называют саксы. Чтобы заключить союз, нужно завоевать доверие их предводителей, Гутрума и Сомы. Мои люди не встречали их лично, так что мне мало что известно. Но мы хотя бы знаем, с чего начать. Отправлюсь туда. Хорошо. Да прибудет с тобой Фрейя. Ого! Что здесь произошло? А ты кто? Эйвор, из клана Ворона. Ты с отрядом не смог взять их городишко? Нет, нет, мы захватили его. Когда мы пришли, тут была кучка глинобитных лачуг. То ли дело при нас. В Грентабридже кипела жизнь и процветала торговля под рукой нашей ярлсконы Сомы. Но саксы отбили его у нас. Объявились в городе, будто выползли из теней и вышвырнули нас. Откуда они взялись в городе? Будто они вылезли из норы прямо в центре города, жгли все на своем пути и вопили всякий вздор о каком-то древнем воинском ордене. Когда я увидел огни, уже многих схватили или перебили. Наша ярлскона Сома приказала отступать, и мы укрылись тут, в руинах. Но в суматохе мы разделились. Она увела дружину на северо-восток, в болото. Мы бы пошли за ней, если бы могли. Она очень нам нужна. Я найду Сому. А вы будьте наготове. Она давно скрылась в тумане Фенских болот. Найди ее, Дракар. Это надежней. Живо отнесите его в тепло. Заткни рану мхом и перевяжи. Эгель, смотри на меня. Помнишь, сколько веплей ты добыл в первый день в Англии? Держите его. 9 жирных, огромных. Хватило на неделю. Да, точно. Через месяц добудешь не меньше. Ты пришла из тумана, как валькирия. Но у нас нет мертвых. А ты верно, Сома? Давай отойдем. Людям нужен отдых. Это тяжелый удар. Многих вы потеряли?
Спасибо, что спросила, но когда вода красна от крови, а воздух пахнет смертью, я хочу сперва узнать, кто ты. Эйвор из клана Ворона. Я искала тебя. Мне нужен друг и союзник. Ясно. Я Сома, леди Грента Бриджа. Хотя, говорят, некий Орден Безумцев жаждет лишить меня власти. Ты об Ордене Древних? Похоже на то. Один Сакс Вигмунд из их числа. Он отнял у меня мой город и оттеснил нас в эти болота. Я собрала часть людей, но трое моих помощников пропали. Они мне нужны, чтобы отбить Грента Бридж. Расскажи мне о них. Это мои лучшие люди. Бирна, Галин, Лив. Они мне ближе, чем родичи. Если я отыщу их, и мы возьмем город, я смогу назвать тебя другом? Если ты сможешь все это, зови меня как хочешь. Кто такой Вигмунд? И чего он хочет? Он Элдермен, цепной пес старого короля. Он давно тянет когти Грента Бриджу. Просто потому, что может. Вигмунд не раз пытался сместить меня. И теперь добился своего. Нужно найти твоих людей. Верно. Осмотрим реку, поищем там их дракары. Если поспешим, успеем найти их раньше, чем волки. Туман больше помеха, чем подмога. Нужно осветить путь назад. На огонь собрались последние наши воины. Завтра к нам вернутся силы, и мы сможем отбить свой город. Я еще не говорила с Ливом, Бирной и Галином. Столько ошибок. Что они думают обо мне? Это не важно. Для них важнее то, что ты предпримешь теперь. Клянусь молотом Тора, я рада, что мы вместе. Несмотря ни на что. Галин, ты измотан. Не горюй о павших. Они будут петь тебе хвалы в Вальгале, ожидая нас. Спасибо, Ярлскона. Лив, ты устоишь в любую бурю. Я рад, что мы с тобой, Сома. Все как один. И знай, я пойду за тобой сквозь любой ураган, если позовешь. Бирна. Я счастлива, что ты жива. Я сама счастлива, что жива. Я стольких потеряла. Но вы трое по-прежнему со мной. Я счастливее всех ярлов Мидгарда. И ты, Эйвор. Теперь я тебе верю. Помоги нам вернуть город, и я всегда буду тебе другом. Мой клинок твой. За Грента Бридж. Сегодня мы отдыхаем. Собираемся с силами. Едва займется рассвет, мы отобьем Грента Бридж. Отдохни и ты с нами, Эйвор. Бери все, что тебе нужно. Занимается день, и ветер свеж. Все ли готовы к грядущей схватке? Пора вернуть ваш город. Прекрасные речи. Жди у западных ворот Грента Бриджа. Мы собираемся там. Дома ты не больно-то рада приказам, кроме как от самого Ярла. Я сражаюсь лишь за Сигурда. Пока ты здесь, Даг, ты сражаешься за меня. И ради союза с Сомой, за нее. Вигмунд! Бесчестный вор! Я знаю, что ты там! Верни мне Грента Бридж, Вигмунд! Уже немало погибло людей! Говори со мной, как ярл с ярлом! О чем нам говорить? Что мне от тебя нужно? Ты гнусная язычница! Я же Тен! А ты грязь из подмышки великана! Это мой город! Я сделала его шумным портом.
Мы оба знаем, что ты выжмешь его досуха, если тебе позволить. Язычница! Сдохни в грязи! Откуда вылезла? Вигмунд, Вигмунд, последний раз говорю, оставь Грентабридж. И тогда, быть может, я пощажу тебя. Ба! Грентабридж мой! Я здесь хозяин! И я чищу этот край от тебя и твоих крыс, как рану от гноя! Позволь дать тебе совет, старый медведь. Верный способ очистить рану от гноя отнюдь не меч, но огонь. Пора! Даны Грентабриджа, верните себе свое! За ярла! Смотрите, что это конец. Нет. Нет времени. Сперва нужно взять город. Обходим! Неси врага! Скорее в огонь! И что? Все! Умри! Вигмунда здесь нет. Он, быть может, прячется в городе. Будем искать повсюду? Нет. Он сбежал, это точно. Низкий трус. Но мы рискнули и одержали победу. Пройдемся? Протруби в наш боевой рог. Объяви о победе. Пусть весь Шир узнает, что Грентабридж снова наш. Рог возвещает радость, долгую жизнь и богатство. Как я? А кто же? Без тебя нам бы не взять город. С тобой пришла удача. Пусть мощь твоих легких снова вдохнет жизнь в мой город. Только взгляните! Воины! Сильные! Прекрасные! И омытые кровью! Грентабридж снова в наших руках! Завтра вы растопчете тлеющие угли костров Вигмунда! Но нынче... Нынче... Мы пируем, как боги! Эй! Пиры моего клана несравненны, правда? Ты довольна? Да, но праздновала ли ты или горевала, я не могла решить. В ночь нападения из длинного дома доносились звуки бойни, и почти сразу город заполонили саксы. Я приказала уходить. Все мы умрем, но не так же. Это был черный день. Мне уже говорили. Саксы появились будто прямо из теней. В Грентабридже не было тайны важнее, чем этот подземный ход. О нем почти никто не знал. Теперь о нем знает не меньше сотни саксов. Однако в тайну были посвящены только я сама и трое моих помощников. Ты думаешь, что тебя предали? Я это знаю. Но кто? Тут я не уверена. Лив, Галин и Бирна. Кто-то из них. Но кто? Ведь этот ход тайно вырыли мы вчетвером. Я надеялась, ты поможешь мне понять.
Ты здесь недавно. Мне нужен свежий взгляд. Я обещала вернуть тебе твой город. Дело еще не сделано. Спасибо. Я поручу Галину, Ливу и Бирне избавить наш Шир от вигмундовых крыс. Отправляйся с ними, и ты узнаешь их по-настоящему. И кто из них меня предал? Сделаю, что смогу, но ты знаешь своих людей лучше, чем я. Признаюсь честно, я предвзята. Я люблю их как родных братьев и сестру. Мне нужна беспристрастность. Мне нужна ты, Эйвор. Я помогу. Спасибо. Ходи повсюду, смотри и слушай. Обыщи город и тайный ход. Возьми. За то, что помогла вернуть Грэнта Бридж. Эта вещь прежде принадлежала моей семье. Эйвор, все получилось. Вот один из людей Вигмунда. Шнырял у Дуралепонте. Только не убивай его. Повеселись. Я буду в длинном доме, нужно все обдумать. Малыш, малыш, где прячется твой папочка? Грязные язычники. Грентебридж принадлежит лорду Вигмунду Олденскому. Город его по праву. Бедняжка. Не знает, что мы делаем с такими, как он. Ему не рассказывали. Мы ему покажем. Какие ручища. Славные выйдут перчатки. А сердце у такого-то здоровяка. Можно накормить целую семью. Спорим ему глотку и напоим сады его кровью. Боже, нет, нет! Он на острове Иле! Элдермен Вигмунд! Он там, в монастыре, клянусь! Не пришлось возиться до утра. Давайте свяжем его и пусть сгниет. Проклятые Даны! Мой лорд прогонит вас с этой земли! Всех вас! Да помилует Господь! А вдруг этот трусливый змей хотел проклясть нас? Я не мог рисковать. Он же христианин. Вигмунд на острове Или. Я сообщу об этом Соме. Эйвор, что же рассказал человек Вигмунда? Вигмунд в монастыре на острове Или. Среди церковных крыс. Нужно продумать нападение. Но я не стану бросать ему вызов, пока в моем доме предатель. Что ты выяснила? Бирна выпивала в длинном доме, когда на город напали. Есть свидетели. Не похоже, что она ожидала нападения. Бирна влюблена в тебя. Безответная любовь и опасное чувство. Бирна всегда была непредсказуема. Но она воин, а не ребенок. Она не идет на поводу у чувств. Накануне нападения Бирна собралась в дорогу. Думаешь, она хотела уйти? Она была готова к тому, чтобы уйти. Лив жалеет, что не стал притязать на власть и не правит сам. Лив занимает видное место в нашем клане. Он лучший корабельщик и знает, что я знаю это. Лив сказал, что желтую краску украли. Желтую краску трудно изготовить. Когда ее украли, он был очень сердит. У стапели я нашла пустую бадью из-под желтой краски. В ночь нападения такой краской красили драккар. Странно красить корабли в такой час. Но ведь это ремесло, Лива. Гален ставит свои видения превыше всего, как фанатик. Видения, как облака. Каждый видит в их форме свой смысл. И смысл, что открывается Галену, важен для него. Гален сказал, что был при смерти, когда ты нашла и спасла его. Да, его считали проклятым. Он плыл по воле волн. Но всем нужен тот, кто поможет им вернуться на берег. В день нападения драккар Галена наспех покрасили в желтый цвет. Он хотел, чтобы его драккар отличался от наших? Один из местных жителей видел, как прямо перед нападением кто-то бежал от города к реке. Он узнал этого человека? Нет, помешал туман. Но кем бы ни был тот неизвестный, он знал, что грядет беда. Думаю, этих доказательств хватит. А ты въедлива. Так кто же предатель? Тебя предал Галин. Ты уверена? В своей жизни я не делала ничего труднее. Будь рядом, Эйвор. Ты нужна мне.
Как ты думаешь поступить? Как должно ярлу? Моя семья и опора. То, что случилось с нами, больше не должно повториться. Сегодня мы убьем Вигмунда. Но не все вместе. Ибо невозможно пережить зиму, если в кладовой крыса. Галин, ты предал меня, мерзавец. Что за вздор? Сома, я обязан тебе жизнью. Ты ключ к тайне моей судьбы. Ты приведешь меня к победе. Хватит путать явь со своими глупыми выдумками. Твоя судьба мне неведома. Но я знаю, что из-за твоих наваждений мои люди встретили смерть. Мой город был осквернен. Кто позволил тебе поставить себя выше всех нас? Он слепо верил в судьбу, а мог верить в нас. Уберите его. Я словно оторвала себе руку. Вигмунд заслужил смерть. Но убив его, ты не вернешь свою семью. Думаешь, я не знаю? Это урок для всех. Либо служи мне верно, либо будешь страдать. Мы разобьем лагерь на острове Или. Ждем тебя там. На одном ее плече бремя власти, на другом бремя усмешнее ее людьми. Один груз упал, и она пошатнулась. На то, чтобы восстановить узы, уйдут годы. Но тяжесть ушла, ей стало легче. Она правитель, а не друг, Эйвор. Нельзя быть и тем, и другим.